Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня я готовлю цветную капусту по-корейски. Это очень вкусная закуска для любителей корейских салатов. Для приготовления нам понадобится капуста цветная, морковь, чеснок, уксус, сахар, соль, масло растительное, кориандр, перец черный, лист лавровый и перец острый. Капусту хорошо промоем и разберем на соцветия. Поместим в глубокую кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Воду немного подсолить и варить около 5 минут с момента закипания. Готовую капусту выложить в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. В другую кастрюлю наливаем 1 литр воды. Доводим до кипения, добавляем соль, сахар, растительное масло и уксус. Кипятим пару минут, пока растворится сахар и соль. Заливаем горячим маринадом отваренную цветную капусту и дать полностью остыть в прохладном месте. Пока капуста остывает, мы подготовим другие продукты. Морковь натираем на терке для корейской моркови. Чеснок нарезаем на крупные кусочки. Перец острый нарезаем мелко. В остывший маринад с капустой добавляем морковь, чеснок, кориандр, перец черный молотый, перец острый и лавровый лист. Все хорошо перемешаем. И оставим мариноваться капусту на 6 часов. Затем ее нужно переложить в глубокую тару без маринада. И хранить в холодильнике в закрытой таре можно 3-4 дня. Цветная капуста, маринованная по-корейски, готова. Капуста получилась остренькой, кисло-сладкой и очень вкусной. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!